На конкурс дети читают стихи. Земляная Анна, город Ялта, Крым, 9 класс. Ольга Киевская, баллада о матери. 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно. «Расстреляйте!» «Нет, она просила, пожалейте! Отмените казнь моих детей! Я взамен меня убейте! Но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ей чинно. «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее? Выбирай. Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила, о, не пожелай же врагу мух таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а он стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, матка, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать и махнул перчаткой деловито: «Расстреляй!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: «Уж не жить сыночком, не цвести! Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла б хотя б спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.